Там у нас есть комната, из комнат можно хорошо вообще видеть. Ну, полностью руины. Тепло на солнце стало. Сходи по водичку. Как собака. Возле ноги упал. Да. Горячий. Да, это не игрушки, не смех. Это смерть. Давай выкину. Больше не будет. Все. А то. Ага, вот это все.
Помог, да? Оно как долбануло вот сюда, как взлетел шар. Я же прохамка слабила в туалетик. Я добежала до туалета. Пожалуйста, вы мне говорили, тихо, бери, бей. Да вообще себе здоровье. Видимо, это ерунда. Вот если генератор взорвет, значит его разбили. Все, слава. Бабушка, я последний раз предупреждаю. Иди, распределяй. Тебе не надо здесь ранить. Иди, родители, мы не могли. Да, я думаю, сам. Идем, человек, зайдем. Если ты будешь глазеть на него, легче ему не будет. Иди туда. Мне это последний раз. Пойдете вы домой все. Они меня не подправят. А кто там сейчас? Какая разница? Так пошла бы за ним. Ну да надо вас у меня Света, я зарядку у себя ложу, потом тебе лучше. Тетя Алена, вам надо с иконой ходить. Я и так хожу с ней. Может, выложить надо тогда? Слушай. Нет, но она не при мне. А-а-а. Что-то летит. Она у меня сильно большая. Нет, это техника. Слушай, это техника. Где-то, да? Боже, мне куда-то. Это техника? Поскольку вчера такие страшные бои с техникой. Вчера такие страшные бои у нас на Артема с техникой были такие страшные. Целыми днями, даже это в районе школы. Ну, там, где... Послабление. И там за мостовой не тоже что-то заварилось. Я не знаю, как я тогда разгребал тот пожар, но танк стоял где-то под окном и хотел. Мне было тогда явно не для танка, поскольку горит мой дом. Мы с отцом и там тоже... А наши? Окна повыбивали, везде стреляют, бляха. Ракеты летают, свистят, они стоят, окошки забивают. Так... Прилетела, у меня... Я вышла я заснуть не мог, у меня голова гудела. Гудела в ушах, так страшно. Ой. Но все равно. Он как-то более такой, знаешь. Более выдержанный. Еще и угорел газом. А у меня какой звук, все у меня сердце выстрыгивает, я заскакиваю. У меня наоборот. Я 10 минут с горшком вот так стояла, как вы. У меня наоборот, я даже уже не веду брови. Просто уже на улице. Тут если не хотел, в туалет захочешь. Я лучше на видео. Я даже уже... Тут только в памперсе. У нас знакомые, ну, с нашего подъезда 9 этаж. Так там они 17, вот эти сколько, 13 дней или 17, я... Не выходили из подвала, только... Конечно, эти... Самолеты. Дом...
стала просто 10-метровая диаметром воронка. Бахнула. Угу. И метров 6 глубиной. Там где-то? А хозяина разорвала на куски и ко мне на крышу закинула. 3 дня у меня. Вот по пуп тело лежит в белых вязаных вот эти рабочие рукавички. И лица нету, только затылок головы. Вот 3 дня он у меня пролежал, я его снял. И завез на тачке во двор к нему, где он был там. Там и там я его там оставил вместе с тачкой. А в первый же день соседский дом загорелся, тоже рядом упало. Хозяин убежал в подвал, а подвал старый еще, дробный дом, ничего. После военных времен видно здесь, его придавило по поездам. С этими ребятами, которые здесь вон помню, что погибли. 3 часа выкапывали его, выкопали, как бы заживо сгорел. А какие волонтеры погибли? А их белые, по-моему, спринтеры или фольс, не помню, или синие, по-моему. Ну, они ехали откуда-то с левого берега, их в районе Косахима, мина прямо в машинах. Все 5-го, тут в 3 гробах их. Вот здесь похоронили, что тут сидели, что точка. Она туалет хочет. А там бахкает какой? Вон, на ведерко. Потерпитель. Или на ведерко. А где тоже ведерко? А вы спросите там у главного. Я помаленьку, но я не могу, не понравилось. Спросите у главного ведерко. Ну, зайдите пока вот сюда, если вы не терпёшь, там есть туалет. Да. Да, пошли, пошли. Только там это, светить надо чем-то. А? Светить надо чем-то. А там света освещено. Здание все трясет, даже подвал. Конечно. Вообще. Не-не-не. Действительно, и как эта земля выдерживает такое? Говорят, там театр, когда завалился, там много. Дети, но вроде бы выжили. Посмотри здесь, посветим здесь. Это братская могила. Осколок прилетел. Осколок, ну или кусок дома. Или кусок дома. Действительно, Билайн недоступна. Билайн. Ну, надо пробовать. Может, вовнутрь пошли? Не знаю еще. Ты вообще-то стены прижали. Бедный самок, я его отвязал, ушел, уже цепи держать. Да, ну, да, на цепи. Жалко. Трущок остается по горе, вот там еще, с голоду или это с голоду. Крепкую руку Твою, Господь, мы вручаем и души, и наши тела. Любящий Господь, просим Тебя о мире.
Может, бахнула их, убила. Давай заберем у них генератор, Витёк. Ну я вот думаю, что забрать генератор. Ну это их надо повытягивать. Ну да. Пошли вон посмотрим ту машину, это самое. То, что мы хотели, аккумулятор. Пройдем туда, Мадик, а? Как думаешь? Давай, я не хочу. Не хочешь? Что-то тебе не нету, да? Что-то не охота. Значит, не пойдем. Просто вот тут за углом машина стоит, там легковая. Ну, ладно, подожди час. Колесо, хотя вот тут крышку-то найдем. Витёк, давай вот сюда колесо хоть как-то оденем. Оно спринтовалось, ты понял? Да. Слышите, вот так. Они уже пованивают. Держи. Сейчас, ну подожди, помоги. Положи. Туда боялся. Поблетки, нет, поблетки. Слышишь, туда за аккумулятором боялся. Тут этих трупов носит, как люди служат труповозом работают. Они же воняют, Витёк, смердят. Давай, не хочу я их. Как думаешь, нормально? Так на вид, как новый, да? Да, вид, да, новый. Но там подгнуто внутри. Что? Давай ты идем пока, это автомат. Давай, бери. Давай, все, колесо и едем. Давай, бери. Колесо. Давай колесо еще. Сейчас спустим вниз его. Брат, брат, не надо это. Взять. Зачем? Какая разница? Что, не не надо, не давай колесо иди. Так всю сумку тогда возьми, не выкладывай. Всю конечно. Сумку. Всю сумку. Витя, аккуратно давай. Давай, все. Витя. Да, держи.
это детям надо взять. Это ж не то, что... Витя, сейчас. Спусти его там, чтобы не ударить тебя в землю. Если мы ударим в землю, он уже выбросит. Ну там возьми, чтобы пока поставим. И потом колесо. Нет, тут там возьми, сзади. Вот тут его, да, возьми. Сейчас на землю ставим. Так, одевай колесо. Вон. Вот сюда, одевай. Поднимай. Там сплинт, видишь? Нет. Надо сплинт стоит. А, вот это. Дырочку какую-нибудь возьми, проволоку. Сейчас, брат, 2 минуты. Сплинт засунем и поедем. Секунду. Проволочку найди, засунь, засунь. Гвоздик, видишь? Гвоздик, да, обычно. Гвоздик, гвоздик, ищи. Сейчас, сейчас. Давай, потянем. Смотри. Еще дорогу разбавили. Так я, вы проедете, я за вами. Если вы проедете с этим бензотанком, так я уже... Я потом попробую его заведу, если мы работаем. Да, ну, по-моему, бензин. Да, не по-моему, а только... Такой домашний, помню. Провода. По поводу этого я не знаю. Это уже как бы, там да, даже бензин. Бензин даже есть, да. Нет. Открытие вот пусть стоит, пригодится. А это детям поделать. Это фильтр, это заводилка. Thank you.
отдохни чуть-чуть. Thank you.
Она ему глаза выйдет, я не знаю, что с ним делать. Да я ж не хозяин. Давайте встанем, помолимся у Батаре Бога. Господь, милосердие, милость Твоя, она обновилась и в это утро для нас. Утро доброе, Господь, потому что не поворачивался язык, когда стреляли, говорить доброе утро, но сейчас воистину мы благодарим Тебя за спокойную ночь, за этот отдых, за сон, который Ты даровал нам, Господь. Ты услышал молитвы ради Иисуса Христа, и Твой ответ был всегда скорый. Мы благодарили Тебя за то, что мы пережили вчерашний день, страшный, Господь. Ты также защитил и благословил и дом молитвы, наше укрытие, и всех здесь находящихся. Как Ты благ, Господь, по своему верному обещанию посылаешь нам защиту. И в это утро, Господь, Ты даровал нам уже такое весеннее настроение и солнышко, Господь. Эту надежду, покой и мир в сердце, Господь. Многие могли пойти в дом посмотреть, цел он или нет. Ты благословил, Господь, и дом молитвы, двор поубирать, приготовить и эту пищу для нашего потребления. Как Ты благ и милосерд. В этот час мы просим Тебя, Ты благослови эту пищу. Дай нам принять для нашего ободрения и подкрепления с чувством благодарности к Тебе, нашему Богу. Аминь. Аминь. Представлю, приятного аппетита. А еще я хочу вам сказать другое. Если кто сомневается в Господней благословении, которое на нас было, пойдите к драмтеатру, посмотрите, там братская могила. Пойдите в завод, посмотрите. Пойдите в другие места, где... Возле защиты не было, да. И люди не молились. И теперь вы сопоставьте и поразмышляйте, чья эта рука. Стены нас удержали в нашей жизни, или Господня рука удержала? Это рука Божья. Аминь.
подожди, пока не уйдет. Побежали, да, убивать там, что-то попало. Что-то попало на край, они побежали. Оно ветром раздуло, видишь? Оля, хорошо замахни. Дайте я помогу. Он знает, как делать. Да, Аня. Это ветер такой, Коль, там надо что-то подвязывать. Или хорошо, этот кулек хорошо завязать. Завязать. Хорошо, а они проклюют потом. Они расклюют. Расклюют. Ну, дырочку сделать, что мне это дырочки. Слышишь? Я это от расстройства. У вас есть это такое? Сейчас она найдет. Не, ну, не, да. Это не проще, не так. Полетел, вот это что стреляем, так он пролетел, ну вот это, повыше, не бойтесь, меня не бойтесь. Уходите отсюда, что ты здесь будешь? Куда там идти, уродники? Куда там идти? Люди говорят, что у вас хватка квартира есть, вот хата есть. Ну где теперь есть? Нет. Ну, идите, идите, проснитесь. Вот. Жалко, жену жалко. Жалко. Дитё молодое, дитё. Ну-ка же я уже. Я же болею. Что это было? Да, у него пошла реакция на
врачи, конечно, она не сразу будет, потому что... Это будет гореть, ветер будет. Ну, давай сюда, иди сюда, вот сюда. Да, там она сюда. Хорошо, что такое. Распали нормально, но подожди, не пущу сразу. Пущу, пусть разорится. Все, погнали. Все, ведь все, грузим дрова. Разогреваем борщ. Будем кушать борщ. Кто там? Автомат валяется за забором. Ну, бросил его. Ну пусть ты там стоит. Ну прикинь, кто-то подымет, может его занести, да, и выкинуть сюда. И за другой раз забор потом, когда утихнет. Проходящий, возьмет руки. Правильно, правильно говоришь. Конечно. Правильно. За другой забор выкинуть. Да нет, я не знаю, где он. Видите, он сказал, я его бросил за забор вот здесь. Я так сказал. Какой? Не ходи туда, не надо. Что? Ну как видео работает, да? Да. Я снимал в таких местах, но это неприятно, так жалко. Так. Пищу, которую ты нам даешь, посылаешь, просит Господь, ты благослови и освети ее. Благослови, чтобы мы приняли всю эту благодарность для нашего подкрепления. Аминь. Отходите, берите. Да, пойдем.
знаешь, я говорю, Саша, иди сюда. Ты Минировали. Это нас, чтобы мы тут и погибли, да? Собаку держи. Собаку. Собака! Олег, собаку держи. Например, вот с этой камеры, да? Можно, но вот мне не нравится автомобиль, да? Ну что он там есть. Я вот могу его убрать и стену продлить. Вот так. Оно кипело, мы просто добавили воды. Просто много фрукты кинули. Нормально. Вот тут где-то туда бьет. Вот эта техника едет. Слышишь, танки? Танки едут, танки едут. Точно. По дороге по нашей. Сейчас на мину может наехать.
вертушка такая, вот и граната. Она разрывалась, она слова. Они там, где упала, там разрывалась. Или крупнокалиберный, или крупнокалиберный. Ну, крупнокалиберный особо не подоставил. А тем он такой, могу смотреть, сколько не затрачено еще же планеты. Одного раза, мало ли. После одного раза. Какая планета? Без 37 минут. 38. Не, у меня на батарейках 39.9 время стало. Пошел вон отсюда, сожрал масло. Иди отсюда, пачку масла. Да, сожрал, схавал масло. Отвернулись и полбачки масла съел. Не. Как там еще выставлять нужно календарь, число? День недели. Планету уничтожить ядерным оружием 150 раз. Одного раза что, мало? Да, наверное, мало. Ну, один раз уничтожили, все. Надо почаще. Все, а зачем столько? Одного раза, по-моему, достаточно. Даже больше, чем достаточно. Это все жадность, алчность человеческая. Это же дерутся за что? За кошельки. А вот эти дураки, которые между собой воюют, дураки. Это мясо, блин, мясо. Дураки, что те, что эти. Это мясо просто, всего. Люди должны были давно уже упасть на колени и попросить конечно, прощения у Господа. И попросить, и обняться, сказать, да прости меня, за что мы беремся, за какого-то олигарха я должен умирать. Вот эти вот Азов, они за кого умирают? В интернете, говорю, как я смотрел, вот когда был советская власть, ну, как бы, было нормально, жили люди нормально. Потом пришла это, честная власть. Витя, много масла не лей. Ну, типа Ющенко, чи кто там вот это, когда развал. А, нет, это не предок. Тогда Ющенко, честная власть пришла. Все руки не крали. Да, жопа блокидная. Да. Стали жить хуже. Да. Когда пришла власть честнее Януковича, стали еще хуже жить. Не знаю. Потому что, не, ну, чуть-чуть лучше может быть. Потом совсем честная власть пришла, Порошенко. Вообще, ну сейчас вообще уже власть уже частей не бывает, война пришла. Ура. К чему мы идем? Так может не нужна эта честная власть, а? Ну так думай. Мысли вслух. Не, ну куда еще честнее? Если еще честнее, то вообще тут... А, кипит, быстро-быстро крышку, шевели давай. Дай ему черпать. Есть черпак? А где она его тут повесила? Она его забрала, это не тот черпак, Витя. А вот этот, ну, помешать надо было картошку. Витя, ложку положи, а тут ты и ложку, и это, и все чем сразу. Чем честнее власть, тем мы хуже живем. Вот и все. Блин, пожалуйста, все высыпай туда. Все высыпай, да, все. Тихо, ты что так нюхаешь? Ну так получилось, извиняюсь. Тихо, все, давай. Так, все мешаю. Все, Витюшенька, все уже. Уже теперь... Это хорошее. О, вот это супчик будет. Еще вкуснее, чем вчера, да? А что это за стручки? Укроп вот это, я потом его... Я даже улички прилетели. Подожди. Это семья, наверное, да? Они такую, наверное, не будут есть. Будут? Я не знаю. Такую молодцы, сладкую будут есть кукурузу? Давай, не бойся. Молодцы. Это Колин голоден. Колин, я знаю, он же вчера голоден. И что, он голодный тоже. Ой, что-то уже летит. Надо попробовать. И Витя, надо... Это там надо, нанизу. И да есть, чего ж нема. Есть, вот зайди до Сани, он даст там, у него столько ее там.
Да куда? Где я вкус выйдет? Кто речь у вас уже надо? Я нашел ты. А, какая? Да? Давай. А вот так. Больше. Это как раз закрывается. Давай. Сюда. Давай. Сюда. Воздушно понесите вот это. Thank you.
пойдем. Вот, нам надо просверлить, а сверла у нас нету. Надо просверлить, а сверла нету. Ваш нас опять фонарик потерял. Ага. Тебе и у нас, и у вас. Бомбежка заканчивается, стрельба в нашем квадрате. Ищем убежище в другом месте. Все слышим? Родственники, не родственники, пустые дома занимайтесь. Чтобы потом разговора не было. Потому что мы церковь полностью закрываем, забиваем крест-накрест. Остаются сторожами. Церковь. А что заранее думать? Члены церкви остаются. Сторожа, чтобы здесь не распустили. Так что имейте все в виду, потому что пообещали, мы на сутки, мы на ночь, посидим, утром уйдем, какой там уйдем, посмотрим, как они кормят, поят, одеяло, кстати, продукция осталась совсем мало, уменьшается, продукция это не специально для вас привезена. Домов пустых много, родственники есть, сколько могли, мы вас содержали. Скандалов. Сколько могли, столько помогли. Витя, ты пришел? Куда сидит, девчонка? Куда сидит? Сейчас стреляют. Когда стрелять перестанет. Да там голодные будет. Господи, мы будем голодные. Продолжаем. А куда я пойду? Ну вот скажи, например, вот там мое положение. Да, ну покажи, куда мне? Я не дальше, я не пойду двора. Я не уйду от двора. Идти некуда, заброшенные дома мне некуда идти. Боже! Люди мои! Что? Слышал ты? Проповедь.
рукою пробовали. Ну что сказали? Ты слышал? Слышал. Да, слышал, все слышали, все. Все такие, как и вы, как и вы. Не проповедь была, а просьба. А? А просьба, предупреждение. Вот вам и сказали, побудь. Сегодня могут не выйдет, а завтра могут выйти. Совершенно правильно. И куда идти? Куда идти? Тихо. Молитва. Я стал Господь без ответа эти молитвы, на которые молится здесь каждая почти душа. Просит тебя, будущий Господь в этом дне будь с нами. Дай нам надежду, дай нам, Господь, мир в сердце, покой. Мы же изнемогли от этого, но еще, Господь, поддержи нас и укрепи. И вот за эту пищу, которую приготовили под огнем, под бомбежками, мы тебя так и сердечно благодарим. И просим тебя, Господь, ты осветил солнце. Дай принять для нам, для нашего подкрепления. Аминь. Аминь. Идем в братскую и подойдем. Подожди секунду, я засну. И через 5 минут приду. Пришло сообщение. Ага, через 5 минут. Олег, как? Хочешь это? В смысле? Не по-русски говорю. Да, ну так и говорю, тут загадками. Загадками не надо. Я загадки не понимаю. Уверую. О, я загадки не понимаю. Уверую. О, лежись, пожалуйста. Пожалуйста. А где кто сюда пришел? Куда? Ну и вот эти рядом, где цыгане видно на той стороне. Жукожок. Thank you.
Сейчас осторожно пойдем и уходим. Хорошо. Машина. Парочка. Фотка, ну покажешь, он узнает. Беленькая и черный сплошной. Ну черный вообще как у черный? Да, вообще не черный. Сплошной. Что? В смысле? Нет. Коля, он пара твоих человек. Да я знаю. Есть. Есть. Связи есть. Связи есть. Они тут были на ведре. Что? На ведре сидели. Мы с этим сходили.
уже отсюда. Да, я пошел, открыл калитку. Где кухня завалена, да? Ну вот, глянь. Прямо мина попала во фронтон. Видишь? Это прямо. Вот это да, вот это. А дом он. А это внизу двери. Он аварийный был, они его бросили. Он же, видишь, весь на стяжках. А мой дом вот тут дальше. Ой, там соли у тебя нет? Соли? Соли у нас пришла. Дайте раскапать, ты ее не раскапать. Вот это вот дом был. Вот это. Вот это моя крупная была, веранда была. Это все прошло. Вот. А вот там авиабомба упала. Вот это 7 домов снесло авиабомбой. 7 домов, не считая гаражей. А в один дом попали точно и улетел. А вот. Это когда яма? Да. Это на крыше? Да, да, на крыше. Это и... первая была бомба. Да. Это 4 марта, 10:30 вечера. Вот. Можем туда пройти, подняться. А дров сколько, да, теперь? Да, дров. И в тайгу не надо ехать. И дома моего. А вон, видишь, где авиабомба. Вот. Вот все в округе разрушено. Вот это был дом. Это все засыпало с этой ямы. Вот. Так что вот так. Вот такая ситуация. 32 года отработал день в день. И на старость остался нищим. Напрашивается вопрос, зачем работал? Вот так. Вот такая ситуация у меня. Без выходного. Вот это он тоже один дом, вот второй дом был. Это от этой бомбы. От этой бомбы. Вот глубина ее, я не знаю сколько. Метров 15, наверное. 15 не будет, но 10 будет. Ну, 10. И в диаметре, наверное, метров 20-30. 20. Да. Они наелись, они уже, я вчера приходил, да, они не сильно голодные. А так они реагируют, да? Да, они сразу летят. На этот звук, да? Да, еще раз. Да. Кто-то на свист зовет, ну, так по привычке. Он из кухни, ее нужно полностью перекладывать, она вся лопнутая. Так что, все побито, жить негде. Я рассчитывал, думаю, до этой мины, думаю, подремонтирую, перейду в кухню, а тут потом уже буду заниматься по ходу, а сейчас... Убрал туда, а то пожар... Да, а то в комнате в конце, отсюда, а то пожар был 100%. Ну тут в чердаке жили голуби, пока мина не пролетела. Ну они еще прилично у тебя, да? Так, прилично, их было 300 штук. Ох ты. Да. А это осталось 20 штук, это что, прилично? Это так. А это пролетело 21 марта, мина. А дом 4 марта. Второй город в мире по чистоте экологической чистый. Да, он супер чистый, он да. Хороший. Вот это он, все, я запомнил. Когда он последний раз проезжал, мы в Колыбе с ним посидели, поговорили, и он поехал. Ну, мы с ним с детства в одном классе учились, вместе выросли. Так что вот такая ситуация. Мы с ним одногодки. Занимался всем. Птицей занимался. Он. Эй, попугаи были.
этим все. Все закончилось. 4 марта. Ну хоть ушли отсюда. И весь металл залетел в чердак туда. И веранда тоже покрытая была металлом. Поэтому возгорание не получилось. Я закрываю, чтобы меньше тут мародеров лазить. Конечно. И что же у людей почему-то? Тоже ничего. Но они убежали вовремя. Да? Пораньше? Да, они раньше уехали. Тоже яма, мина прилетела. Thank you.